Алматинка Юлия Нуртазина говорит, что ее брат Бахджан Нуртазин после вакцинации спутником ВИ вернулся домой. Внезапно ему стало плохо. Его не спасли. 41-летний мужчина получил в тот день второй компонент вакцины. Родственники считают, что он умер из-за халатности медиков. По словам сестры покойного, скорая помощь прибыла поздно. Его обратно продолжило рвать, позывы все, говорят, и он встал и потерял сознание, просто упал на пол. Она начала вызывать скорую. Он с вакцины пришел, он спрашивал то, что он просто спросил: мам, а давление 140 на 90 это нормально? Мама говорит: нет, это повышенное давление. А что такое? Он говорит: нет, просто, говорит, у меня давление было высокое. То есть изначально медики, они должны были дать медотвод. В свидетельстве о смерти написано острая недостаточно сердечная. На сердце он никогда не жаловался. Родственники Бахджана Нуртазина сегодня проводили его в последний путь. Они хотят знать, что на самом деле произошло. Близкие покойного обратились с заявлением в полицию. Адвокат семьи говорит, что обстоятельства устанавливаются. Жабленушының өкілінің айтуы бойынша, інісін жарты сағат вакцина салғаннан кейін жарты сағат медицина қызметкері жанында алып отырмаған. Оны оған жаңағы бақылау жүргізбеген. Яғни інісі вакцина алысымен далаға шығып кеткен, үйіне кетіп қалған. Жедел жәрдемінде кешігу бар, я ол кешіккенде одан кейін жаңағы жедел жәрдемнің берген құжаттарында кішкене сәйкес келмейтін мәліметтер бар, оның бәрі тергеу кезінде анықтаймыз. Бахджан Нуртазин сделал прививку 3 мая в городской поликлинике номер 3. В медучреждении не дают журналистам информацию. Отказались отвечать на вопросы о самочувствии пациента в день вакцинации. В клинике говорят, что не предоставят каких-либо данных до заключения экспертизы. Қазір съемка ешқандай болмайды. Себебі біз кеше адвокатский запрос келді, юристпен сөйлестік, бүгін деді бәр документін тапсырдық, әлі патологоанализдік судебно-медицинский экспертизаның заключениесі жоқ. Как только получим заключение судмедэкспертизы, вы можете прийти, все нас снять, мы ответим на ваши вопросы. В Управлении общественного здоровья Алматы тоже просят дождаться выводов судмедэкспертов. В Минздраве Казахстана на запрос о затыке накануне ответили, что летальных исходов, связанных с качеством вакцины от коронавируса, в стране не зарегистрировано. В ведомстве говорят, что расследование по факту смерти провакцинированного медработника в Алматинской области все еще продолжается. Этот случай изучает спецкомиссия.